Челябинский областной суд продлил меру пресечения подозреваемым в расправе над бизнесменом. Трое обвиняемых – Евгений Макорин, Рустам Насыров и Рамиль Хасанов – пробудут в СИЗО еще месяц, пока идет расследование дела. По версии следствия, в мае прошлого года они подкараулили коммерсанта у подъезда, заковали жертву в наручники и нанесли 37 ножевых ранений. Момент расправы над предпринимателем сняла камера наблюдения. Во время потасовки бизнесмен стянул с одного из налетчиков маску. Позже это обстоятельство и помогло выйти на след налетчиков. Подозреваемых задержали спустя сутки. Среди них оказался бывший работник Федеральной службы исполнения наказания. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Погибшим бизнесменом был руководитель крупного предприятия в Магнитогорске. Возможно, налет связан с его долгами на 6 миллионов рублей.